Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Оля Рейнбоу. Меня зовут Ольга. И в этом видео я хочу предложить вам плетение вот такого вот яркого солнышка, которое мы сплетем на станочке. Итак, давайте приступим! Для плетения солнышка мне понадобится станочек. И располагаем его таким вот образом, чтобы открытые стороны столбиков смотрели в правую сторону и средний ряд этих столбиков был выдвинут немножечко вперед. Итак, давайте начнем накидывать резиночки. Начнем мы с серединки, то есть будем накидывать сейчас резиночки по кругу желтого цвета. Накидываем первую пару резиночек на два столбика, то есть на центральный ряд столбиков и на верхний ряд столбиков. Затем накидываем следующую пару резиночек по верхнему ряду столбиков. Затем по диагонали спускаем их на средний ряд. Таким вот образом. И при этом давайте немножечко их опустим. Так. Затем мы накидываем снова на центральный ряд, опускаем на нижний уже ряд резиночки. Продолжаем накидывать резиночки по нижнему ряду и соединяем уже по диагонали к центральному ряду, то есть делаем такой вот кружочек. Так, соединили. Давайте опустим немножечко резиночки, так как мы еще будем на эти все столбики крепить лучики солнышка. И накинем резиночки по центральному ряду. Накидываем первую пару и затем вторую пару резиночек. Так, накинули. И нам надо соединить теперь поперечными резиночками вот эти вот столбики. Накидываем на эту пару столбиков и параллельно на следующую пару столбиков резиночки. Вот такой вот у нас кружочек получился с пересечением из резиночек. И осталось нам сейчас сплести лучики. Лучики мы будем плести при помощи крючка. Для плетения я буду использовать оранжевые резиночки. Сейчас я вам покажу плетение лучика. Берем резиночку, накручиваем на крючок 3 оборотика и затем проплетаем 3 пары оранжевых резиночек. Накидываем первую пару, скидываем вот эту вот петлю с крючка, затем проплетаем вторую пару, так, и проплетаем третью пару оранжевых резиночек. И затем фиксируем этот лучик на станочке. Мы будем сейчас плести на все 6 вот этих вот крайних столбиков по лучку. Давайте сдвинем немножечко резиночки предварительно и накидываем на столбик вот этот вот лучик. Так. Давайте сдвигаем на следующем. Проплетаем второй лучик, берем резиночку, прокручиваем 3 оборотика и проплетаем 3 пары резиночек. Первая пара, так, затем вторая и третья, и фиксируем на следующем столбике и так по кругу. Итак, все лучики доплетены, и теперь уже приступим к скидыванию резиночек. Но предварительно нам надо зафиксировать на последнем столбике желтую резиночку. Берем желтую резиночку и накручиваем 3 оборотика на этом столбике. Раз, два, раз, два. Вот 3 оборотика накрутили. И разворачиваем станочек. И начинаем скидывать. Сначала мы перекинем все резиночки по центральному ряду, затем по нижнему и по верхнему. Заводим крючок под резиночки и захватываем верхнюю пару резиночек. Можно тут сбоку со стороны их захватить. И аккуратненько придерживаем все резиночки, вытягиваем их и накидываем на вот этот вот столбик. Перекидываем резиночки на этом столбике, перекидываем на центральный столбик. На этом столбике мы все резиночки также немножечко сдвинем, так как мы все будем резиночки перекидывать на этот центральный столбик. Затем мы перекидываем по нижнему краю, мы заводим резиночки, захватываем пару этих резиночек верхних и перекидываем на вот этот уже столбик по нижнему ряду. Здесь заводим под
резиночки. Так, давайте посмотрим, что у нас тут на станочке. Мы заводим вот под все резиночки, захватываем нижнюю и перекидываем их аккуратненько. И затем на этом столбике, здесь у нас тоже имеются резиночки, мы их отодвигаем и перекидываем на центральный столбик. И таким же самым образом по верхнему ряду столбиков. Так, захватываем нижнюю пару, перекидываем. Так, здесь отодвигаем тоже все резиночки, аккуратненько их перекидываем. На этом столбике тоже отодвигаем и перекидываем уже на последний наш центральный столбик. Так, у меня резиночка одна ускакала, мы сейчас ее снова накидываем на крючок и накидываем на столбик. Вот, резиночки все перекинуты, и осталось нам зафиксировать резиночку на столбике. Мы аккуратненько заводим под все резиночки, вот так вот их аккуратненько все отодвигаем, накидываем с нижней стороны крючка резиночку на крючок, так вот отводим ее в сторонку, и затем перекидываем одну резиночку через вторую, у нас получилось вот такой вот узелочек. Сильно мы сейчас пока оттягивать не будем, чтобы резиночка не порвалась. И можно при помощи крючка, можно ручками, снимаем солнышко со станочка. Так, аккуратненько все сняли. Теперь можно немножко потянуть эту вот петлю. Нам осталось расправить солнышко. Так, поправляем, растягиваем его аккуратненько. Вот такое вот замечательное солнышко у нас получилось. Надеюсь, видеоурок вам понравился. Я сейчас уже хочу перейти к нашей рубрике «Передай себе привет». И летят приветы Анастасии Кузнецовой. Настеньку поздравляю с днем рождения. Также летит привет сестренке Соньке и Алисе. Привет Анюте Воробьевой, брату Саше. Привет Диане Шаталиной. Привет Ольге Багашовой, маме Ире и сестренке Алене. Привет Соне Тян, привет Олесе Нефедовой и 4-му В-классу. Привет Вакуленко Лизе и Вакуленко Тёме. Привет Наташе Роман. Привет Яне Рогалёвой и ее родителям Татьяне и Олегу. Привет Лене Дрожалкиной и лучшей подружке Алисе Осиповой. Привет Ивану Маркову и Матвею Маркову из Большого Моресева. Привет Алине Оглезневой, Аделине Мирзоевой. Привет Осачи Али, Плехановой Арине, Осачи Еве и Плехановой Ане. И последний приветик летит у нас для Олечки, которую я поздравляю с днем рождения. Приветик летел от Вики Фалалеевой. На этом наши приветики уже закончились, ведерок уже подошел к концу. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал, и до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока!